все нормально, что вас представить, вас фамилию не видел. Начальник дежурной смены, служба пожарной смены, полиция. Расскажите вообще, пожалуйста, что за ситуация, как вообще произошло возгорание и какая сейчас ситуация? Сегодня, значит, 8 часов 26 минут на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре по адресу город Саратов, улица Астраханская, 88. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, происходит загорание в складских помещениях на площади 800 квадратных метров. С места был объявлен повышенный ранг пожара номер 2. 0 часов, 9 часов 19 минут, значит, пожар локализован. На месте работало 14 единиц основной специальной техники, 82 человека личного состава. Погибших, пострадавших нет. Что-то вызывало сложность при тушении пожара? На первых этапах, значит, тушение осложнялось тем, что во дворе находились легковые автомобили, полностью территория была заставлена автотранспортом. Понадобилось некоторое время пожароспасательным подразделениям, чтобы растащить данную технику и подъехать к месту пожара. Мы видели, что еще вытаскивали какие-то баллоны, вообще была угроза взрыва? Да, существовала угроза взрыва газовых баллонов. Значит, с места пожара было всего эвакуировано 4 газовых баллона и 1 пропановый баллон. Сейчас уже, получается, ликвидация скоро уже будет? То есть еще есть очаги? На данный момент, значит, с места объявлена ликвидация открытого горения. Открытых очагов горения нет. Значит, пожарно-спасательные подразделения на месте занимаются разборкой пролитов. А какие-то первые информации о причинах возгорания вообще есть сейчас или еще выяснилось? Причины будут устанавливаться. Были ли сложности при тушении пожара? А я ответил. Уже был вопрос. Да. А можно уточнить, эвакуация людей производилась? Эвакуация людей не производилась. По прибытии пожарно-спасательных подразделений, значит, люди самостоятельно покинули все помещения здания.